Всем добрый день. Хотел вас ознакомить с конференцией, которая прошла в Германии в феврале месяце на базе сельскохозяйственной школы Нимбург-Доуле. Конференция посвящена методу Култан. Это внесение жидких удобрений в почву с помощью инъекций. Многим аграриям эта тема, возможно, будет интересна, потому что позволяет сократить расходы на удобрения и повысить урожайность по сравнению с традиционными методами внесения удобрения. На конференции будет рассмотрено самим доктором Куки, который эту теорию воплотил в жизни. Это институт ЙКИ. Конференция организована совместно с школой Доуле, компанией Гюстройер Украина и Гюстройер Германия. На конференции будет такой вопрос. В Германии КАС – это известковая аммиачная селитра, чтобы вы не путали с нашим КАС-32. А наш КАС-32 – это аналог АЭШЛ. На конференции много раз будет подниматься этот вопрос. На будущее я вам сразу скажу, чтобы вы не путали вот эти два параметра, названия, они пересекаются. По названию похожи, но по составу разные в Германии и в Украине. Все, удачного просмотра. Если будут вопросы, задавайте. С радостью отвечу вам в блоге. Доктор Штевер Шоу, он будет дальше занимать мою должность и продолжать мои исследования в области, в основной из моих областей, в которых я проработал, это работа над областью Култан, удобрения. Ich hatte das Glück, den Professor Sommer, den Initiator der Injektionsdüngung, der Kultandüngung, der auch den Begriff Kultan geprägt hat, persönlich noch in Bonn kennenzulernen, in unserer damaligen Bundeshauptstadt. Мне повезло то, что мне удалось познакомиться с господином доктором Зомером, который, по сути, ввел этот термин «култан», который, по сути, изобрел эту технологию. Мы с ним познакомились в нашей тогдашней столице Бонн. Und auf Nachgesprächen mit ihm bin ich dann Ende der 1900er Jahre, also 1997 oder 98, habe ich mit der Kultandüngung angefangen, experimentell zu arbeiten. И после наших совместных работ вместе с доктором Зомером, начиная с конца 90-х годов, это 98-97 год, я уже начал со своими личными опытами с темой Култан. Wir sind angefangen mit einem Leasing-Injektionsgerät, was wir dann von 12 Meter auf 6 Meter mit Hilfe von technisch erfahrenen Kollegen aus der Industrie, auch von ihrem Unternehmen, auf 3 Meter zurückbauen konnten, um da Feldversuche mitzumachen. В то время мы начали работать с машинами, которые были тогда выпускали 12-метровые, 6-метровые. Но для нас, для деляночных опытов, мы сделали машину специально 3-метровую. Und wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr also eine elektronisch auch gut ausgerüstete 3 Meter Versuchsmaschine aus Güstrow bekommen werden. И мы очень рады, что в этом году мы получили очень хорошо оснащенную электроникой машину 3-метровую также из города Güstrow. Und ich weiß nicht, ob Sie über die politischen Vorgänge in Deutschland informiert sind, aber im Moment brennt das Thema Injektionsdüngung, effiziente Düngung, Düngungseffizienz, verlustfreie Düngung in Deutschland, sowohl in der Politik als auch in der landwirtschaftlichen Praxis hoch, weil wir mit großen Umweltauflagen und Regulierungen zu kämpfen haben. Я не знаю, знаете ли вы это или нет, политическое состояние в Германии, но тематика эффективного внесения удобрений и в том числе внесения с помощью инъекции, она сейчас очень активно горит не только на политическом уровне, но и в сельском хозяйстве, потому что фермерам на местном уровне приходится работать с очень строгими предписаниями от Евросоюза по внесению, по выбросам и так далее.
Und ich werde Ihnen jetzt über unsere Versuchsergebnisse, 17 Jahre, vielleicht sind wir mittlerweile 18 oder 19, muss man nachrechnen, über unsere Versuchsergebnisse berichten, über die ich schon vielfach berichtet habe, aber erst jetzt, sage ich mal, wird das eigentlich so richtig gehört. Damals hat man immer gesagt, ach, der Kücke schon wieder, weil in den Ohren und im Verständnis der Landwirte diese Technologie einfach viel zu teuer ist. Сейчас я хотел бы рассказать про наше исследование. 17-летние, хотя, скорее всего, это уже 18-19-летние. Мне придется несколько более точно подсчитать. И, возможно, это будет так сказано, но в последнее время, наконец, к этой технологии начали очень активно присматриваться фермерами, потому что раньше считалось, что эта технология очень дорогая. Aber ich bin auch der Meinung, dass die billige Technologie und die billigen Dünger und auch die falsche Düngeberatung in Deutschland zu diesen Missständen geführt haben. Но я, например, считаю то, что ситуация, которая сейчас у нас с удобрениями, с законами, которые вводятся, с загрязнениями почвы и так далее, к этому привели как раз неправильные технологии, дешевые технологии, а также неправильный консалтинг, то есть неправильные советчики в области удобрений. Ja, also ich werde Ihnen jetzt etwas berichten, nicht alles in voller Ausführlichkeit, über die Grundlagen. Я бы вам сейчас хотел рассказать не полностью все, но базовые значения о Култане. Die Flüssigdüngerinjektion kommt ursprünglich aus Kanada. Инжекция жидких удобрений, она зародилась на самом деле в Канаде. Dort wurde in den Präriegebieten. Там было в прериях. Gegen die Winderosion überwiegend dann zu konservierender Bodenbearbeitung übergegangen. Из-за того, что была достаточно высокая ветровая эрозия, многие перешли к консервированной обработке почвы. Und da hat man dann natürlich schnell gemerkt, dass eine Düngung auf die Bodenoberfläche nicht sehr sinnvoll und effektiv ist. И там очень быстро люди поняли то, что удобрять сверху поверх земли не настолько эффективно и не имеет большого смысла. Zum Teil hat man dann mit Ammoniak injiziert, aber es wird eben auch dort viel mit Harnstoffammoniumnitratlösung. То есть очень много работали там также с инъекцией аммиака, но также стали работать с инъекцией карбамидки жидкой. So, in Deutschland wurde das Verfahren unter dem Begriff Kultandüngung bekannt gemacht. Эта технология в Германии стала известной под именем Култан. Und das Ziel von Professor Sommer war, и целью профессора Зомера была, die Kulturpflanzen auf dem Acker überwiegend mit Ammonium zu ernähren. Культурные растения, которые стоят на поле, снабжать в основном аммонийной формой азота. Was bei einer üblicherweise auf dem Boden, auf die Bodenoberfläche aufgebrachten Düngung nicht möglich ist, weil jede Form von Stickstoff, Harnstoff, Ammonium oder sowas kurzfristig zu Nitrat umgesetzt wird. И это было невозможно делать, удобряя растения поверху почвы, потому что неважно, это амидная форма или аммонийная, которую мы поверху распрыскиваем, она очень быстро превращается в итоге в нитратную форму. Und Kultan bedeutet, leitet sich ab von dem Begriff controlled uptake long term ammonium nutrition, das heißt, каким образом Kultan расшифровывается, это означает Langzeiternährung mit Ammonium. То, что это долгосрочное питание аммонийной формы азота. Контролированное долгосрочное питание. Sie müssen daher unterscheiden zwischen Flüssigdüngerinjektion Там нужно, конечно, und Kultandüngung. Между инъекцией жидких удобрений и Култан. Die Flüssigdüngerinjektion Инъекция ist eine Unterfußdüngung mit Flüssigdünger, gleich welcher Art. Это просто удобрение жидкими удобрениями под кормка, под корень. Die Unterfußdüngung mit Ammoniumlösung, möglichst frei von Nitrat und Harnstoff, so wie Sommer das sagt, вот das ist die Kultandüngung. Именно удобрение тоже под кормка, под корень, то есть почвенная инъекция растений, удобрений, но именно аммонийной формы азота, раствора, именно аммонийной формы, это является как раз култановским удобрением. Und ich weiß jetzt nicht, was Sie gelernt haben oder was Ihnen vermittelt wurde,
Bei uns wurde, я не знаю, что вы учили, bei как mir вы учили, im Studium, но у нас, wurde когда vermittelt, Nitrat ist die bevorzugte N-Form für unsere Kulturpflanzen. Нам говорили то, что нитратная форма азота это самая оптимальная форма для усваивания растениями. Diese Ansicht ist definitiv falsch und wird auch schon lange unter anderem von Professor Marschner aus Hohenheim deutlich, also der ist mittlerweile verstorben, widersprochen. В последнее время, особенно благодаря профессору Машне из Хоенхайма, к сожалению, он уже почил, было доказано, что на самом деле это было неправильным. То есть это выражение неправильно. Профессор Машне hat in seinem Buch Plant Nutrition of, nee, Nutrition of Higher Plants, leider nur in Englisch erschienen. В своей книге, которая была написана только на английском языке, название очень четко. Anhand von sehr guten Versuchsergebnissen исходя gezeigt, из хороших опытных результатов он показал, dass Pflanzen, die mit Ammonium wachsen, то, что растения, которые питаются на аммонийной формой, eine bessere Wassernutzungseffizienz, eine höhere N-Assimilation, also CO2-Assimilation, лучшее использование воды, weniger krankheitsanfällig, лучшая ассимиляция CO2 и меньшее количество заболеваний. Daneben nehmen sie auch noch Phosphor und Mikronährstoffe viel besser auf, aufgrund der physiologischen Prozesse in der Rhizosphäre. Phosphor из-за физиологических процессов, которые проходят в ризосфере, они лучше воспринимают фосфор и минеральные вещества из окружающей среды. So sieht das aus, wenn sie eine Ammoniumlösung, in diesem Fall war es NTS, вы видите, an einem Punkt injizieren, если вы инициируете в один пункт аммонийное удобрение, в данном случае это был НТС, а справа у нас было разбрасывание удобрений с помощью кальциаминной сернистой смеси, то есть по сути это КАС, но он тоже 28-й, 30-й, бывает 32-й здесь, но он в гранулированной форме разбрасывается по поверхности разбрасывателями, это не жидкий КАС. So ein Wurzelbild kennt man, die Pflanzen wachsen nach unten. Такие корни, как справа, они всем известны, равномерное прорастание корней вниз. Während bei einem Slever, während wenn sie auf ein Ammoniumdepot treffen, если у них есть аммонийное депо, куда попадают корни, sie um dieses Depot einen dichten Wurzelfilz bilden. Вокруг вот этого депо образуется очень такой плотный кокон из корней. Von unten nach oben an dieses Depot ranwachsen. Entgegen der Schwerkraft. Даже снизу вверх начинают корни прорастать в сам этот кокон, в это депо. Das hängt damit zusammen, dass dieses Depot phytotoxisch ist. А с чем это связано? Это связано с тем, что оно фитотоксичное, это депо. Sie sehen das? Вы видите? Auch an diesem Algenbewuchs an der Glasscheibe. Даже если мы смотрим, то что hier auch noch nicht mal eine Alge. То, что мы смотрим даже вдоль самого вот этого вот стекла с плексиглаза, там тоже не прорастает ни одного корня. Und weil es hier in diesem Depot aufgrund der hohen Ammoniumkonzentration und Salzkonzentration keine mikrobielle Umsetzung gibt, и так как в этом депо bleibt das Ammonium auch länger stabil. А высокой вот этой токсичности этого депо не происходит никаких микробиологических процессов, оно остается достаточно долго стабильным. Und die Pflanze kann Ammonium aufnehmen, weil и растение может Diffusionsweg von dem Ammonium zu diesem Wurzelfilz sehr kurz ist. Потому что диффузионное расстояние между корнями и вот этим вот депо, он достаточно короткий. Und das Ammonium zur Wurzel gelangt, bevor es nitrifiziert werden kann. И получается, что аммонийная форма попадает до корней до того момента, как она нитрифицируется. Ein anderer Effekt, der für uns eine Rolle spielt, zum Beispiel auch wenn Sie mit Bodenmikrobiologen zusammenarbeiten. Который для нас играет большую роль, это если мы работаем с микробиологами. Wenn Sie инъецируете, gerade mal 5 bis maximal 10% der Ackerkrume mit dem Düngerstickstoff in Kontakt gebracht. От 5 до 7% максимально всей площади поля, где у вас контакт идет с удобрениями. Wenn Sie also einen N-Dünger, ich sag mal, gleichmäßig auf eine Ackerkrume verteilen, haben Sie 11 ppm N, das ist mal so ein Beispiel. Если у нас мы распределяем по всей поверхности, Sie haben aber eine 600-fach höhere Konzentration
Если мы смотрим, wenn sie es injizieren. Если мы смотрим, то концентрация азота в капле воды, она в 600 раз превышает концентрацию при внесении поверхностно. Das hat sehr große Effekte auf Prozesse wie Strohzersetzung, Umsetzung organischer Substanz und ähnliches, aber auch auf das Mikroorganismenleben im Boden. То есть это очень большое влияние оказывает не только на перегнивание соломы, но и на в целом жизнь микроорганизмов в почве. Besonders wenn sie, was wir, was ich, особенно, допустим, если я bevorzugen würde, auch noch P in der Lösung hätten, haben sie natürlich eine deutlich bessere P-Verfügbarkeit. Немножко добавить туда, если фосфора в этот раствор, то фосфор будет намного лучше усваиваться. Coltan-Dünger klassischerweise sind wasserfreies Ammoniak oder Ammoniak-Starkwasser, was wir aber in Deutschland nicht verwenden können, weil es nicht transportiert werden darf. Либо безводный аммиак, либо аммиачная вода, но, к сожалению, в Германии мы не можем это использовать, потому что здесь запрещена транспортировка аммиачной воды. Sommer nennt Coltan-Dünger, wo er sagt, in gemischen, in den Ammonium am Gesamtende nicht weniger als 25% haben soll. Доктор Зоммер говорил то, что общая, то есть аммонийная форма должна в общем количестве не меньше 25% занимать. Also 25% von Gesamtende muss Ammonium sein, ja? Ja. То есть mindestens. Минимум 25% должна быть аммонийная форма в растворе. Можно вопрос? Kann man eine амидная форма? Amid form. Это аммидформ. Аммидформ – это harnstoff. Это, по сути, как карбамид. Очевидно. Можно добавлять смешивание? Аммидформ – аммидформ – это harnstoff. Also аммониум – это не аммид. То есть аммониум – это не аммид. Аммониум – это катион. Он имеет, что у нас есть удобрение, там уже есть и аммид. Wir haben Dünger, wo man dann auch аммидформ haben. Ja, das ist harnstoff. Ja. Да, это вот как раз, yeah. как раз вот этот harnstoff ist amid. Ja, der, aber das ist die Lehre von Professor Sommer. Ich habe eben mit meinem Kollegen Scho drüber gesprochen. Eine reine Ammoniumsulfatlösung hat maximal 9% N. Мы говорили про то, что das kann eigentlich nicht die Zukunft sein. Аммонийные сульфатные удобрения, sie fahren чистые, viel zu viel Wasser durch die чистые, Gegend. У них максимум 8%, 9% азота. Da muss die Düngemittelindustrie noch ran. То есть надо, чтобы wir werden Industrie mal untersuchen. Also dieser Harnstoffanteil, den kritisierten hohen Harnstoffanteil kritisiert Sommer deswegen, почему критиковал он высокое содержание мочевины? Потому что он такие опыты проводил. Also Getreidepflanzen extrem stark bestocken. Что касательно... Das wird nicht immer gewünscht. Что касательно зерновых, то они слишком сильно куститься начинают от большого количества мочевины. Ja, das gilt nur für Getreide, für dikotyle Pflanzen ist der Harnstoff nicht только для зерновых, если so negativ. Другие мы растения берем, рассматриваем, то в данном случае мочевина уже не играет такой негативный роль. Ich zeige Ihnen gleich Versuchsergebnisse, wo wir mit результаты опытов, где мы Ammoniumsulfatlösung делали аммонийно-сульфатная и мочевинная смесь на полях и очень хорошие делали результаты. Вопрос непонятно. Harnstoff soll nicht mehr als 50% sein. В общем, если мочевину использовать, то ее должно быть не больше, чем половина от общего, то есть содержание азота не больше половины от мочевины. Просто говорили, в аммонийном удобрении должно быть 25% азота, а потом говорили, что в аммонийном удобрении содержится 8-9% азота. То есть непонятно. 25% должно быть аммонийной формы в удобрении минимум. А в жидком удобрении должно быть 25% аммонийной. Ага, нет, от общего азота больше 9 не может быть, иначе кристаллизуется. А если еще вот у нас КАС? Wenn ja. die zum Beispiel Kass haben, das ist so ein... Nein, das ist anders. Nee, das ist Carbamid-Ammonium-Lösung. Und das dann Carbamid-Ammonium-Lösung. Ja, das entspricht unserer Harnstoff-Ammonium-Lösung. Ja. Haben wir Versuche mitgemacht? Wir тоже делали опыты, тоже работает. А сколько у вас процентов... У нас Kass, там, допустим,
Четверть. Haben die dann Ammoni. Viertel ist Ammonium, also 5% Ammonium, die Hälfte ist Harnstoff. Amochevina. Und Viertel Nitratform. Это можно? Ist das, darf man oder? Also ich würde mal sagen, ich würde sagen, wenn Sie nichts anderes haben, auf jeden Fall ausprobieren. Если у вас ничего другого, wir haben einen Dünger, der heißt AHL. Und das hat Раствор АХЛ, у него 50% Harnstoff, 50% мочевины, 25% Ammonium und 25% Nitrat. И 25 нитрат. Да, 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 у нас такое. Das gleiche haben die auch. Das funktioniert. Это работает. Ja? Это работает. Das funktioniert. Нитрат промывается? Нитрат geht dann durch die Waschen. Воды. Mit Wasser. Das hängt davon ab, überschüssiges Nitrat, und wenn Sie es nicht zu Zeiten... Это зависит от того, если слишком много нитрата, wenn Sie es falsch ansetzen, wird auch Coltan ausgewaschen. Если не в нужный период его использовать, может даже Coltan промыться. Das ist eine Frage, ob das ausgewaschen wird, ist eine Frage, ob Sie die Düngebedarfsermittlung richtig gemacht haben. В первую очередь вопрос идет о том, правильно ли вы составили баланс удобрений и правильно ли вы знаете количество удобрений, которые потребны для растений. Ich habe einen Versuch mal gemacht, den musste ich dann aber abbrechen, der war mit Sommergerste, zweimal Sommergetreide, da haben wir die N-Lösungen, die in Deutschland verfügbar waren, miteinander verglichen, ohne Effekte auf die, signifikante Effekte auf die Kornerträge und die Kornqualitäten. И были без каких-то постоянных результатов на качество зерна и на урожайность. Ja, also wir konnten das, was Sommer gesagt hat, wegen dem Harnstoff, noch nicht verifizieren. Die Lehre ist alt. То есть, если мы посмотрим именно что касательно, то есть, не нашли негативного влияния пока, also das heißt, man hat nicht so unbedingt negative Seiten von Harnstoff entdeckt, wie Sommer das propagiert. Haben wir experimentell nicht gefunden. Лично он делал эксперименты с мочевиной и не нашел подтверждения словам Зомера, то, что она как-то негативно влияет в итоге на урожайность. Он говорит, но потому что это старое учение, в принципе, может быть, что мы можем вот насчет после того, как он закончит доклад, можно потом именно по растворам поговорить. Если какие-то вопросы будут, вы лучше их записывайте, мы потом делаем небольшую паузу и можем обговорить. Das ist zum Beispiel ein Ergebnis oder ein Bild von einem Versuch mit Harnstoff-Ammonium-Lösung карбамидно-аммонийная смесь. Im Vergleich zu einer Enddüngung mit Harnstoff-Oberflächendüngung. Слева у нас карбамидка, которую разбрасывали в виде гранулированной формы по поверхности. Und hier wird Ihnen der sogenannte Coltan-Effekt gezeigt. И здесь показаны как раз эффекты Coltan. Sie sehen hier Winterweizen. Озимая пшеница. Aus der Parzelle N0. Это где N0 делянка, где не было. Aus der breitwürfigen Parzelle mit Harnstoff, oberflächlich gedüngt. Середина разбрасывания центрифугальным разбрасыванием удобрений. Und dieselbe Menge injiziert mit Harnstoff-Ammonium-Lösung. Количество с карбамидно-аммонийной смесью внесено было инжектором. Und der Coltan-Effekt, der drückt sich darin aus, die Pflanzen sind kürzer und die Halme sind dicker. Растение получилось более коротким, но более толстые стебли. Die Farbe ist dunkelgrüner, geht eher schon so ein bisschen in das bläuliche vom Winterhopfen. Что больше на озимую рожь, похоже, более синее получилось цвет у растений. Und Sie haben an der Halmbasis, если im Vergleich zu hier, deutlich länger grüne und an der Photosynthese beteiligte Blätter. Большее количество зеленых и в фотосинтезе участвующих листков. Ich habe, bevor ich mit der Injektionsdüngung begonnen habe, я начал работать с инъекторными системами, jahrelang Düngungsversuche gemacht und weiß, wie sich die grüne Farbe in einem Endsteigerungsversuch in einem
Pflanzenbestand ändert mit steigender Endemung. Я очень, я годы провел за тем, что работал с обычными разбрасывателями, удобрениями, опрыскивателями, с удобрениями. Я знаю, как идет зеленость на, то есть качество зелености растений в зависимости от увеличения количества внесения азота. Und als ich erste Mal Injektionsdüngungsvarianten in Düngungsversuchen gesehen habe, видел результат, который принес результатом машина инжекторная. Da dachte ich eigentlich eher, ich stehe vor einem Sortenversuch oder sowas, weil die Farbe völlig ungewohnt war. И думал то, что я стою перед каким-то другим сортом, то что это опыт по сортам, потому что цвет был совершенно другим у растений. Professor Sommer, der hatte diese Technik noch nicht. А профессор Sommer ist immer noch не было еще этой техники. Mit so einer Handspritze durch seine Parzellen gelaufen und hat den Dünger injiziert. В то время приходилось ходить с ручным инжектором, так сказать, и он инъецировал вот эти вот удобрения в ручном режиме. Weshalb er auf wissenschaftlichen Tagungen auch immer belächelt wurde, speziell von den Vertretern der Düngemittelindustrie. Его очень часто высмеивали на вот этих мероприятиях, особенно где участвовали крупные концерны, которые продавали гумированные удобрения. Bekannt sind. Сейчас уже есть машины, которые, в принципе, известны во всем мире, такая, как, допустим, здесь стоит одна из них. Der klassische Spuk, der den Dünger eben 8 bis 10 cm tief in den Boden. Игла, которая 8 до 10 сантиметров может заходить в почву. Hier sehen Sie verschiedene Geräte angehängt, aufgesattelt. Das haben Sie sicherlich alle schon erzählt, ne? То есть все, в принципе, различные машины, вы про это уже наверняка говорили, еще поговорите. Da will ich nicht so doll drauf eingehen, поэтому слишком много про машину и про технику я рассказывать не хочу. Selbstbaugeräte mit, waren auch самодельные агрегаты тоже делали люди. Ging für Getreide, aber war nicht nachhaltig. Как бы работали на зерновых, но обычно недолго. Für Spezialkulturen, для специальных культур, für Erdbeeren, здесь waren Geräte auf dem Markt. Допустим, продавались агрегаты для клубники. Für geschlossene Decken, solche Schlitzsäche mit hinten angehängter Injektion in den Boden, also eine Bandablage in der Regel. Здесь в данном случае речь шла об инициировании в виде Und das Letzte, was, wo ich nicht weiß, wie der Stand der Technik ist, aber sind eben sogenannte Hochdruckinjektoren. Также были высоко инжекторы высокого давления, которые под высоким давлением. Der Dünger in den Boden kommt, geschossen wird. Которые стреляли удобрение в почву. Eine Technik, die sicherlich von der Arbeits Sicherheit nicht so ganz sicher ist, denn mit solchen Techniken wird auch Stahl geschnitten. Не настолько была как бы безопасная, потому что такой техникой обычно проводилась резка стали, которая использовалась. Da werden also dann hier so pulsartig diese Depots da пульсирующим эффектом загонялось жидкое удобрение в почву под высоким давлением. Und wenn Sie andere Länder sehen, wie zum Beispiel in Australien, da fahren dann solche Geschosse durch die Gegend. Там работают вот такие вот установки. Ja, was Da, bei denen ist das Ziel, den Dünger in diese alkalischen Böden reinzubringen. В их щелочные почвы удобрить вот такими вот сошниками почву. Hier kommt das aus solchen. Здесь вот этот сошник идет. Ja, und das ist eben unser Gerät. А это наше Gerät. Wir sind darauf angewiesen, wenn wir Feldversuche anlegen. Mit einer Vielzahl von Varianten, die Fläche klein zu halten. У нас к нам требования обычно проводить, когда мы проводим полевые. Очень много различных вариантов сделать, поэтому у нас трехметровые машинки. Сами мы сделали его. Ich habe mich im letzten Jahr, ich glaube, während der Agritechnica. Я думаю, в прошлом году во время Агритехники. Tränenreich von diesem Gerät verabschiedet. Я, можно сказать, со слезами расстался с этой машиной. So. Wir können in, für Deutschland festhalten, wir haben bundesweit Injektionsdüngung verfügbar und es gibt zwei Hersteller, gibt es noch zwei? То есть, в принципе, если посмотреть то, что в Германии, во всей Германии имеется приблизительно, ну, всего два производителя такой техники. So, Erträge. Jetzt wird's interessant. Сейчас будет немножко интереснее для вас, потому что мы поговорим уже об урожайности. Das war der erste Praxisversuch. Это был первый практический опыт, den wir bei einem befreundeten Landwirt bei mir und in der Nachbarschaft angelegt haben. Который мы делали у одного из моих друзей, у фермера.
2001 году Oberflächendüngung, поверхностное внесение oder одобрений. Düngungsvarianten waren geplant 0, то есть были 105 und 150 kilo N, 105-150 kg азота und injiziert, инъецирование. Injektion, injiziert haben wir 150 kg. Die 105 Kilo haben wir mit der damaligen Technik, mit der Pumpentechnik, weil sie vergleichsweise niedrig war, nicht hinbekommen. То есть 105 килограммов, к сожалению, мы не смогли добиться, потому что тогда еще не было таких насосов, то есть машина не смогла also обеспечить такую поверхностное и внесение култана. Der Landwirt hat dann aber im Mai festgestellt, dass eben 150 zu wenig ist und hat nochmal 50 Kilogramm Harnstoff nachgestreut. Получилось так, что по весне фермер решил, что ему не хватило 50 килограмм, он 50 килограмм довнес мочевины по поверхности поля. Wir konnten zu dem Zeitpunkt natürlich keine Injektionsvariante mehr anlegen, weil das Getreide natürlich schon zu hoch war. Мы, к сожалению, не смогли больше зайти инжекторным агрегатом, потому что уже очень высокий был поле. So. Und jetzt sehen Sie, die Null-Variante hat 58 Deziton, also 5,8 Tonnen. Нулевой вариант у нас получил 57 центнеров, то есть 5,8 тонн. Mit 105 Kilogramm Harnstoff, 105 азота по поверхности. 77 Doppelzentner. 77, то есть 7,7 тонны. Mit Harnstoff 150. Карбамидкой 83 Doppelzentner. 150 Kilogramm, 83 центнера, 205, то есть 10 тонн, 10,5 тонн. Die Entscheidung des Landwirten 50% 50 kilo N nachzulegen war somit richtig. То есть в данном случае 50 килограмм добавить карбометки было правильным решением. Unser Ergebnis sagt aber, наш результат сказал, mit einer Injektionsdüngung von 150 Kilogramm мы с нашим инжектором denselben Ertrag erzielt wie der Landwirt mit 200 Kilogramm N auf hohe Oberfläche. Тот же самый результат, что фермер получил с 200 килограммами, но по поверхности. Also mit 50 Kilogramm weniger, 50 килограммами меньше азота, ja, durchaus 20 Doppelzentner mehr Ertrag gemacht. На 20 центнеров больше урожайности у нас было. Die Proteingehalte содержание протеина auch gleich было приблизительно одинаковым. So, und die Effizienz und diese Parameter sind auch alle wunderbar. Die эффективность Bilanz bei uns natürlich auch wunderbar. Баланс для нас был тоже очень позитивным. А он в ДВ там показывал 150 килограмм или просто удобрение или физует? Hat mit Düngerstreuer gemacht. Я mit Düngerstreuer. Остальное он все разбрасывал на вредник вносил. Не, он говорит 150 килограмм это ДВ или это физует? Das ist jetzt nur Stickstoff gemeint, oder das ist jetzt irgendein Dünger gemeint. Das war Harnstoffdünger, fester Harnstoffdünger. Oh, mit 42%. Das heißt, ja, das ist gut. Ja, nee, gemeint wird das nach Stickstoff 150 oder das ist jetzt gesamt Stickstoff 150, nicht Dünger 150. Nee, das ist 150 DW. Dünger ja nur 50 Kilo. DW also. Wie im Boden. Ja, ja. Aber там говорили, разбрасывали 150 Kilogramm. Это чего именно? Это карбамидки. А вносили инжекторным способом, что именно? 150. Was hat man dann gespritzt als Injektorvariante? Das ist jetzt krass. Nein, wir haben injiziert mit Harnstoff-Ammoniumlösung. Die haben смесь мочевины с аммонийной смесью. Harnstoff N und vom Gesamt-N, so ungefähr. Also überwiegender Teil ist Harnstoff, kommt aus Bitterfeld, большая und часть, kleiner Teil ist Ammonium. Большая часть была карбамидка жидкая, и одна из частей была это аммонийная форма. Und das war ein Dünger, den Sommer definitiv abgelehnt hat. И это был тот сорт удобрений, который доктор Зоммер вообще был против этого. So. Und das war unser Ergebnis, aber bestätigt wurden wir auch durch andere Versuchsansteller. Это был наш опыт, но этот опыт повторился также у других институтов, которые занимались Der Herr Walter hat in einem Trinkwasserschutzgebiet он работал в области 96, 97, 98 bis 2001 с 96 по 2001 года делал опыты в областях, где идет защита поверхностных вод.
Mit einer Coltan-Düngung, mit AHL, Ammoniumnitrat-Harnstofflösung. То есть он делал это аммонино-карбамидный раствор AHL. Und Kalkammonsalpeter. Und dann die Gas, которые разбрасывали по поверхности. Hinter dir, Kalkammonsalpeter. An der Wand, an der Wand. Das ist die Formel. An der Wand, die Formel. Hier. Das hier, ja? Ja. 27% Азота. Вот он. Так это КАС. Да. Das ist unser КАС. Unser КАС. КАС mit КАС. Фестунга. А что в жидкости? Какой состав был? Раствор карбамидно-аммонийный. Какой их процент? КАС процентуэль. АХЛ процентуэль, wie viel das карбамид, wie viel аммоний. Was AHL? Ja. Oder was hat man da gespritzt? Hier hat man das. Also hier hat man Kalkammonsalpeter und hier hat man mit AHL. Ja. AHL. 50% Harnstoff, 25% Nitrat, 25% Ammonium auf N-Basis. Injiziert. 25% Nitrat, 25% Ammonium und 50% Карбамид. Но это по сути КАС. Вы нас совсем запутали. То вы говорили аммонийное и аминное, то теперь оказывается и нитратная форма там есть. Нитратная была 25%. В АШЛе. АХЛ. Это КАС. Это да. Абсолютно один в один. Одинаково. Да. То есть три формы азота в АШЛ. Это силикат и Harnstoff gemischt. Силикат? Силикат. Это flüssigdünger in Russland. Hätten wir gestern vielleicht mit Rolf noch ein bisschen doller einsteigen müssen, weil wir kommen hier immer durcheinander mit den verschiedenen Düngern. Ja, здесь КАС перонулированный. Machen wir eben aufschreiben, wir machen gleich Kaffeepause. Und das ist deutscher КАС, nicht der russische. Das ist ja, das ist deutscher КАС. So, немецкий КАС. Was ich Ihnen jedenfalls, was dieses Ergebnis sagt. Результаты, которые здесь есть, то что в большинстве лет haben Sie einen höheren Kornertrag у нас mit был более Coltan-Düngung, aber nicht in jedem Jahr. Был более высокий урожай в зерновом плане, но нельзя сказать, что каждый год. Er hat im Mittel 6 Doppelzentner mehr gehabt in den 6 Jahren. То есть, если посмотреть, то в течение 6 лет у него было в среднем на 6 центнеров больше, чем... Und wenn Sie den Rohproteingehalt betrachten, а если мы посмотрим чистый der протеин, uns in der Fachwelt immer sehr kritisch gesehen wird bei der Coltan-Düngung, weil wir ja keine späte Qualitätsgabe geben. Касательно того, что мы в последний не можем дать качественное внесение, в которое проход идет четвертый раз удобрений, поэтому все немножко критически рассматривают содержание протеина. So sehen Sie hier, сейчас im Mittel der 6 Jahre hat immer einen höheren Rohproteingehalt, aber eben nicht in jedem Jahr, aber in der Mehrzahl der Jahre. Если посмотреть то, что за несколько лет не всегда, но в итоге получилось, что чистого протеина у него выходило тоже больше, чем в среднем, чем при обычном варианте. Was dann die Niederschlagsmenge angeht, vielleicht hat es auch Einfluss gehabt. Also ja, mit Sicherheit hat das alles, sind alles Parameter, die einen Einfluss haben. Aber in den Trockenjahren, das kann ich Ihnen schon mal sagen, конечно, wir haben zunehmend Trockenjahre. Влияние, но я могу точно je сказать, trockener das Jahr ist, umso größer wird die Vorzüglichkeit der Injektionsdüngung, der Coltan-Düngung. То есть, чем суше год, тем больше результативность видна именно у варианта с Coltan. Sie müssen wissen, dass wir in Deutschland beim Winterweizen zum Beispiel то, что у нас в Германии при озимой пшенице dreimal die Endüngung geben. Мы обычно заходим три раза на поле с разбрасыванием удобрений. In der Bestockungsphase möglichst früh, wenn der Acker befahrbar ist. Во время пущения, в самой начальной фазе, когда только можно заезжать на поле. Dann Ende April. Потом в конце апреля. Etwa, ja, und dann im, zum Ehrenschieben nochmal, Mitte Mai. Обычно, когда als sogenannte Qualitätsdüngung. Набивание полоса – это ближе уже к качественному внесению для протеина. Und in den letzten Jahren haben wir последние Jahre gehabt, wo der Dünger spätestens bei der letzten, wenn nicht sogar auch sogar schon bei der vorletzten Düngung mehrere Wochen последние годы у нас была достаточно большая проблема, то что при последнем внесении, а зачастую и при втором внесении, несколько недель у нас эти гранулы оставались просто на поле, и мы их могли видеть спустя несколько дней. Das ist jetzt unser Dauer-Coltan-Düngungsversuch, den wir letztes Jahr aufgegeben haben. Долголетний опыт на базе Култана тоже, который мы в прошлом году... 27 Parzellen. 27 у нас делянок здесь.
Sie sehen die N0. Вы видите, нулевая делянка у нас wiederholung. Справа внизу находятся все делянки по три повторения. Hier haben wir oft zwei Sorten gehabt. У нас очень часто мы разные сорта, два сорта использовали. Und so dunkle Parzellen im Vergleich zu sowas, die können Sie auch gut oder relativ schnell als Injektions- oder Kulturaneffekt beeinflusste Parzellen. Делянки, которые более зеленые, более темные, вы можете сразу распознать то, что это как раз делянки, которые были с оборудованием Култан. Wir haben 9 Varianten, 3 Wiederholungen. Das sind 9 Varianten, 3 повторения, таким образом 27 делянок. Wir haben die Endstufe N0 natürlich. У нас, конечно, нулевая есть делянка. Die betriebsübliche Düngung ist N2. Первое это обычные удобрения, как на каждом предприятии вносится, это N2. Das ist die Menge, die offiziell so это количество, beraten, которое официально wird. Сейчас вот все фермеры вносят в этом регионе в зависимости die от Энмина. N2, N1 ist dann eine Variante, die um 25% in der Enddüngung reduziert wurde. N1 это вариант, где мы убавили азот, содержание азота на 25% от нормы. Und dann war immer die klassische Frage der Landwirte, wann soll ich injizieren? И классический вопрос у всех фермеров возникает, когда же я должен заходить с инжектором на поле? Soll ich gleich, sobald ich auf den Acker fahren kann, injizieren, also sehr früh? Надо стараться, если только я могу на поле выехать, то есть очень рано производить инъекцию. Oder soll ich möglichst spät düngen, so wie Sommer das empfohlen hat? Или, может быть, я наоборот должен как можно позже выезжать на поле, как рекомендовал это профессор Зоммер. Профессор Зоммер hat immer gesagt. Профессор Зоммер всегда говорил. Wartet bitte. Подождите пока. Oder wenn ihr nicht wisst, wann ihr düngen sollt, или, если вы dann знаете, geht in die Gaststätte. Если вы не знаете, когда вам нужно удобрять, тогда идите в бар. Wenn eure Berufskollegen dann sagen, Willi, da oben am Hang hast du vergessen, eine Fläche zu düngen, dann ist der richtige Zeitpunkt. И когда твои коллеги тебе скажут, Willi, кажется, ты забыл там удобрить поле, тогда это будет правильный пункт для того, чтобы выходить с инжекторной установки. А конкретно? Das gilt aber, das ist jetzt, das gilt nicht. Но на самом деле, исходя из наших опытов, это работает, возможно, только при озимой пшенице. Getreidekulturen wie Wintergerste но oder Winterhorn как озимый ячмень и рожь, их обязательно нужно раньше удобрять. So, also wir haben dann ein früh, mittel, spät. Injiziert spät war das, was Sommer gemacht hat. Мы делали три варианта: рано, средне и поздно удобряли. Etwa in der Mitte der Bestockungsphase. В середине фазы кущения. Средний вариант был, вот средний это середина фазы кущения. Und früh war im Frühjahr, sobald der Acker befahren. Рано это было, как только у нас можно было выходить на поле после зимы, сразу выходили. So, das sind die N-Mengen. Вот это количество азота, которое вносилось. Und was Sie jetzt hier sehen, и что мы здесь видим, sind die Kornerträge nicht mehr bis 2017, sondern bis 2019. До 2019 года результаты по урожайности зерна. Die Ackerkulturen. Это культуры, которые ВВ, это зимая пшеница. Winterreizen, Winterraps, Wintergerste. Озимый рапс, озимый ячмень. Sommerweizen. Яровая пшеница. Die Sorte. Сорта, которые использовались. Die Erträge bei N0, bei oberflächlicher Düngung, по поверхностному распределению, und bei früher, mittlerer und später Düngung. Рано, средне, поздно. So, und das ist jetzt das Ergebnis теперь результаты bei betriebsüblicher N-Menge, also der empfohlenen N-Menge. Касается именно обычного, то есть рекомендуемого внесения, как сейчас все вносят традиционным способом. Und grün markiert habe ich die Erträge, зеленым я отмаркировал als oberflächlich gedüngt. Те варианты, которые оказались лучше, чем варианты по поверхности. Auf die gehe ich jetzt nicht ein, das war meistens Sommergerste, da ging es um Qualitätsversuch zu Sommergerste. Нижний это был яровой ячмень, я про него не буду рассказывать, потому что здесь больше шло о качестве. So. Итак. Wir haben hier 67 bei der konventionellen Düngung. У нас в среднем было 67 центнеров при 60, 63 und 58 60, 63 и 58 Injektionsdüngung. При инжекторном удобрении. Wobei Sie immer berücksichtigen müssen, also die ersten 3-4 Jahre
Das waren noch unsere Lehrjahre, was diese Düngung angeht. Можно, конечно, смотреть, что первые три года это были три года, где мы учились, где мы еще не умели работать с этим удобрением. Also wir liegen im Schnitt in auf jeden Fall bei der Hälfte der Jahre gleich auf oder besser als die gesplitterte Oberflächendüngung. То есть, если мы посмотрим, то что мы в среднем лежим где-то в 50% случаев лучше или так же, как традиционное удобрение. Bei den eng gehaltenen Korn liegen wir beim hohen Düngungsniveau, beim betriebsüblichen Düngungsniveau höher, speziell bei der mittleren und speziell bei der späten Endüngung. Если мы посмотрим по содержанию азота в auch in der Mehrzahl der Fälle. Самих зернах, то в данном случае мы в основном лежим, особенно в марте, когда удобрение проводить выше, чем при традиционных способах. Wenn Sie dann aber runtergehen mit der Endüngung, hier ist das Niveau N1 minus 25%. Здесь у нас N1, то есть на 25% меньше использования азота, то мы можем увидеть, что dass wir in jedem Jahr каждый год höhere Erträge erzielen können mit einer dieser Düngungsvarianten, früh, mittel, spät, im Vergleich zur Oberflächendüngung. То есть в данном случае, если мы экономим на четверть азот, то мы, also das heißt, wenn wir jetzt 25% Stickstoff sparen, dann jedes Jahr haben wir größere Erträge, wie gesagt, wie beim im Vergleich zur Oberflächendüngung. То есть в данном случае, если мы 25% экономим азотные удобрения, то в данном случае каждый год култановское удобрение приносит култановский вариант, неважно это рано, средний или поздно вносится, приносит более высокие урожаи, чем традиционный способ. Und bei der reduzierten Änderung, wenn ich denn eine Kornqualität anstrebe mit einem hohen Rohproteingehalt. Если нам при этом еще нужно высокопротеиновое содержание, dann sollte ich möglichst in bei Getreide касательно зерновых nach der also in der zweiten Bestockungshälfte Phase кущения заходить. Dann sind Sie auf der sicheren Seite. И тогда вы будете точно на как бы уверены в том, что вы получите высококачественное зерно с высоким содержанием протеина. Und auch da stehen wir mit unseren Versuchsergebnissen nicht alleine. В данном случае мы также не единственные, кто проводил эти опыты. Kollege hat das mal bei Kartoffeln getestet. А коллега также тестировал это на картофеле. Er hat von der üblicherweise empfohlenen Endüngung. И он от азотного количества удобрений, которое было в среднем рекомендовано. Он в одну сторону убрал 30% N, то есть меньше сделал дозу, и с другой стороны увеличил, то есть сделал три опыта. Und da sehen Sie, wenn теперь Sie вы видите, если в среднем Düngungsniveau haben, finden Sie keine Unterschiede zwischen если вы даете очень большое количество удобрений, то тут разницы не будет между инжекторным внесением или внесением по поверхности. Weil die Pflanzen ja, so sage ich immer, im Stickstoff schwimmen. Потому что растения, я бы так сказал, они плавают в азоте. Wenn Sie aber mit der Endüngung runtergehen, если вы начинаете экономить азот, то есть уменьшать количество вносимого азота, wird der Ertragsvorteil durch Injektionsdüngung immer größer. То увеличение урожайности во время инъекторного использования, оно все время увеличивается. Und da ist mir, als ich mit dem Kollegen geredet, ist mir was aufgefallen. И когда мы разговаривали с этим коллегой, я сказал, мне кое-что пришло в голову. In unseren Versuchen haben wir die betriebsübliche Düngung immer von der Landwirtschaftskammer Hannover uns geben lassen. Они всегда почему-то брали рекомендованное количество удобрений из сельхозпалаты Ганновера. Und da hatten wir oft in den ersten Jahren zwischen der hohen Düngung und der um 25% reduzierten Düngung gar keinen Ertragsunterschied. И мы очень часто видели то, что разницы не было между высоким содержанием, то есть полной нормой удобрений и 25% минус, мы практически не видели никакой разницы в урожайности. Nach einem Jahr sagt man ja, das ist vielleicht ein Jahreseffekt, aber nach drei Jahren и после трех лет мы говорили, один год, mit demselben Ergebnis wird man stutzig. Однолетний результат, но через три года мы поняли, что-то здесь не так.
Und dann haben wir die reduzierte Endüngung zur betriebsüblichen genannt, gemacht. И потом мы сделали вот это сэкономленное удобрение, сделали, если разницы никакой нет, они сделали вот это 25 минус, они сделали как стандартное на предприятии. Und sind nochmal um 25% runtergegangen. И оттуда уже отняли еще 25% азота. Und kriegten dann wirklich Effekte, wie man sie bei einem Endsteigerungsversuch erwartet, dass nämlich die höhere Düngung zu einem höheren Ertrag führt. То, что уменьшение удобрения по отношению к традиционному способу вело к увеличению урожайности. Я тогда сразу понял, die Landwirtschaftskammer Hannover, что сельхозпалата Ганновер hat lange Zeit, ob das heute noch macht, weiß ich nicht, aber die hat lange Zeit. Я не знаю, сегодня так же или нет, но очень долгое время. Mit Sicherheitszuschlägen beraten, die in der Größenordnung 25-30% über dem tatsächlichen Bedarf liegen. Очень точно она давала рекомендации на 20-30% больше, чем было по факту необходимо. Haben Sie bestimmt irgendwie dann auch von Industriewas bekommen oder nicht? Das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber der Verdacht liegt nahe. Я не могу сказать то, что, возможно, они были как-то заангажированы, но есть такое подозрение. Und hier noch ein Versuch, ein Versuchsergebnis, was nicht von uns ist, auch hier aus deiner Heimat. Jakobs Landwirtschaftskammer Hannover hat er im Münsterland gemacht. Здесь это следующий опыт, это уже следующий институт, это сельскохозяйственная палата в Мюнстере была проведены такие опыты. Fünf Kultanversuche in den Jahren 2007 und 2008 und 2009 und 2010 mit einer Kontrolle nennt er das. Festdünger, oberflächlich Kalkammonsalpeter. Kontroll, то есть это удобрение вот это по поверхности. Wie ist die Kammer da empfiehlt im Vergleich zu einer Injektion? Как рекомендовала тогда сельхозпалата, и это сравнение шло с инжекторными вариантами. Die Kontrolle, also so wie es da empfohlen wird. Kontroll, как это рекомендуется. Minus 50% Azota. Und in diesen zwei Jahren, die dann danach kamen. Haben sie nur noch 30% reduziert. Они только на 30% экономили. So. Так. Hier sehen Sie. Мы здесь видим. In trockenen Jahren. Засушливый год. Haben die Landwirte, oder wurden in diesem Versuch ermittelt, einen Mehrertrag mit der Injektionsdüngung von 9%. Заметили увеличение урожайности на 9% с инжектором. In normalen Jahren mit gleichmäßiger Niederschlagsverteilung. В обычных годах с обычным распределением удобрений haben eine Ertragsgleichheit. В принципе, урожайность была ориентировочно одинаковой. Wenn Sie die Düngung reduzieren, если они экономят немножко удобрений, уменьшают, haben Sie in diesem Fall, в данном случае, gegenüber dieser hier, здесь, haben Sie ja einen Ertragsminus von 12%. Minus в урожайности в 12%. Hier haben Sie nur einen Ertragsminus von 4%. Здесь же уменьшение урожайности к обычному варианту на 4%. Also Sie haben gegenüber der Oberflächendüngung einen Mehrertrag von 8%, wenn das Jahr schlecht läuft vom Wetter. В соотношении инжектора к традиционному способу плюс 8% при 50% экономии азота. In normalen Jahren, в обычном, auch bei reduzierter Düngung, при экономии 30% удобрения, haben Sie einen Mehrertrag von 3%. Они получили на 3% большую урожайность, чем при традиционном способе. Und Sie haben ja vielleicht gelernt, bei uns diskutierten halt, bei uns steht fest, dass unsere Landwirte in bestimmten Gebieten, in Gebieten mit hohen Nitratgehalten im Grundwasser, 25% weniger düngen müssen. 20% weniger düngen. И у нас также еще в Германии есть такая проблематика, что многие фермеры на природах, на участках, где перенасыщение нитратами, их обязали на 20% меньше вносить азота в почву, чем до этого. Das können wir überfliegen. Wir wollen irgendwie vielleicht mal eine kleine Pause Kaffee trinken oder können wir eine schöne Pause Kaffee verpissen? Nein, nein, Inhalte. Ah, dann machen wir jetzt eine Pause. Ja, mir eben so gedacht. Alles klar. Ja, von eben vorher, aber eben was Kühles trinken, Kaffee trinken, eben kurze Pause noch. Dabei, ich